То, что мы можем себе позволить проводить в вузах фундаментальные прикладные исследования, говорит о достойном уровне отечественного высшего образования и подготовки научных кадров высшей квалификации. Сегодня по показателям сферы образования, согласно отчету ПРООН, это программа развития ООН, Беларусь входит в тридцатку наиболее развитых стран мира. Среднеевропейское по мировым меркам совсем небольшое государство. Мы увеличили экспорт образовательных услуг, обучаем более чем на 20 тысяч больше иностранных граждан, чем в первые годы нашей независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, говорит о многом. Это конкретный и весомый аргумент в пользу качественного образования. Развиваем практикоориентированную подготовку специалистов с высшим образованием. В университетах работает совместно с ведущими мировыми компаниями лаборатории и образовательные центры. Мы реализуем модель «Университет 3.0». Она представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства. Успешно развивается на базе 8 вузов. И обязательно продолжим внедрять эту модель дальше. Наши показатели распределения и трудоустройства выпускников находятся на уровне почти 100%. А ведь в конце 90-х, начале 2000-х проблема направления на работу существовала.